Для построения выкройки юбки А-силуэта вам понадобится выкройка прямой юбки. Вы можете взять уже готовую основу или построить выкройку по своим меркам, используя мой мастер-класс. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Первое, что вам нужно сделать, это определиться с длиной юбки. Длина моей юбки без пояса равна 50 см. Затем проведите прямые линии от центра выточек до линии низа юбки. Разрежьте бумажную выкройку по этим линиям. Закройте половину выточки и склейте выкройку. Повторите эти же действия на второй детали юбки. По низу юбки со стороны боковой линии отложите 3 см. Соедините полученную точку с линией бедер. Эти же действия повторите со второй деталью юбки. Выкройка юбки А-силуэта готова, но нам еще понадобится и выкройка кармана. Для этого из бумаги вырежьте квадрат размером 12 на 12 сантиметров. И плавной линией закруглите края с обеих сторон. Выкройка кармана готова. Всего у вас должно получиться 3 детали выкройки, но выкраивать вы будете одну переднюю деталь со сгибом, 2 задние детали и 2 кармана. В этом видео я буду шить юбку из коллекции Chanel весна-лето 2011. Для ее пошива потребуется плотная костюмная ткань, примерно 70 см при ширине 1,5 метра. Для обработки низа изделия и карманов потребуется около 2 метров бахромы. Я использовала кромку от основной ткани, она не сыпется и прекрасно подходит для декорирования. Для подкладки вам потребуется, например, вискоза около 60 см при ширине ткани 1,50 м. Вырежьте все детали из основной и подкладочной ткани. Скалите выточки от основания к вершине на передней и задних частях юбки. Затем прошейте на швейной машине. Проутюжьте выточку плоско, а потом заутюжьте по направлению к центру юбки и зафиксируйте деревянной колодкой. Приклейте полосу дуверина шириной 1 см к месту притачивания молнии на задних частях юбки. Обработайте боковые срезы на передней и задних деталях юбки. Приколите тесьму к лицевой стороне по контуру кармана таким образом, чтобы бахрома находилась по направлению к центру кармана. Пришейте тесьму к карману на швейной машине, затем проутюжьте шов. Приколите, приметайте, а затем пришейте подкладку кармана к срезу входа в карман. Проутюжьте шов. Припуски должны быть направлены в сторону подкладки. Близко к краю со стороны подкладки проложите строчку. Сметайте подкладку и основную деталь кармана вместе и обработайте срезы кармана на оверлоке. Затем отогните припуск кармана на изнаночную сторону и проутюжьте. По краю у вас должна остаться бахрома. Повторите все эти действия со вторым карманом. Приколите карманы к передней части юбки к намеченным местам и приметайте их ручным швом. Пришейте карманы к юбке на швейной машине. Строчка должна проходить с лицевой стороны на расстоянии 1-2 мм от края. У входа в карман поставьте закрепки 5 мм. Сделать их можно строчкой зигзаг шириной 2 мм. Вот так выглядит карман в готовом виде. Сложите вместе задние детали юбки.
скалите и сшейте детали, отступив расстояние для втачивания молнии. В оставшийся разрез вшейте потайную молнию. Соедините переднюю и заднюю части юбки по боковым швам. Шов разутюжьте. Сшейте из подкладочной ткани все детали и обработайте нижний край юбки. Приколите и пришейте подкладку к припускам шва юбки с обеих сторон, прихватывая тесьму молнии. Приметайте подкладку к юбке по линии талии. Вырежьте пояс, проклейте половину пояса дублерином. Приколите пояс к верхнему срезу юбки, оставляя с левой стороны 3 см на хлястик. Затем пришейте пояс к юбке на швейной машине. Заутюжьте припуски вверх в сторону пояса. Свободный припуск пояса подогните и заутюжьте. Пояс согните пополам и прошейте боковые стороны пояса, совмещая срезы. Срежьте припуски до 5 мм и высеките углы наискосок, не доходя 1 мм до шва. Затем выверните пояс на лицевую сторону. Для закрепления подогнутого края проложите строчку в канавку с лицевой стороны юбки. Сантиметровой лентой измерьте нижние края передней и задней детали юбки. Затем отрежьте бахрому нужной длины, добавив по 1 сантиметру на припуске на швы с каждой стороны. Сшейте вместе детали бахромы с обеих сторон. У вас должна получиться замкнутая окружность. Приколите тесьму с лицевой стороны к нижнему краю юбки. Бахрома должна быть направлена вверх. Затем пришейте бахрому и обработайте срез на оверлоке. Нижний край подверните и пришейте с лицевой стороны на швейной машине на расстоянии 1-2 мм от края. Сделайте петлю и пришейте пуговицу. Юбка с карманами в стиле Шанель готова!